Ребята интересные идут. Вот такой Subway. Сегодня у нас 24 декабря, накануне Рождества, гуляем по Чикаго. Вот такая красота. Все ходят, гуляют, или у них Christmas шопинг, кто празднует Christmas. Чикаго мюзикл Бродвей. Вот эти знаменитые чикагские часы. Идем по Чикаго. Сегодня 24 число. Ну что вам? Холодно, нет? А нам отлично. Какая красота! Целая улица горнов. Да, вот опять мы идем здесь. Замерзли. Все витрины замерзли, как и окна в нашем отеле. И опять вывеска Чикаго. В общем, мы живем в самом центре, в самом-самом даунтауне. Вот еще одни чистки, и вдали уже наши. Как видите, на улице куча все равно людей, холодина собачья, канун Рождества. Ну, не красота ли, а? Но все равно людей много. На улице, хоть и холодина, все равно все гуляют, 50 одежд. 35 курток и вперед. Сегодня уже снег. Мы здесь гуляли. Ну и вот он, Чикаго. А мы выглядим вот так. Если что, это я, Марина, Златка рядом. Чикаго. Опера. Я так понимаю. Какие-то тут постановки с Чикаго идут. Вот автобусы Чикаго, станция метрополитена. Мы идем вниз под Subway. В общем, такая вот у нас красота. Ну и посмотрите, над нами прям пролетает самолет. Красота. Людей много, несмотря на то, что очень как бы холодно. И вот здания-близнецы. Чикагские только, не нью-йоркские. Вверху красота необыкновенная. И внизу тоже.
вон самолет. Ну что могу сказать? Ну красивенный город, даже в холодрыгу. И вот подошли к интересному месту. Разве не красиво? Посмотрите, какая красота. Две мои девочки и Чикаго. Трам-тарарам. Здание Трампа. Морис, Джордж Вашингтон и Хеймс Соломон какой-то. Хеймс Соломон. Красота. Что и говорить. Город мечты. Снег тут намело прям. Вот какая-то тут Royal Sonesta. Тоже красивое такое здание. Но здесь все красиво. Тут такой Ирвкупсинет какой-то. Мистер Чикаго вот он. Вот такой интересный памятник. Вот он, Чикаго. Здание Трампа. Не могу не снять вам такую красоту, набережную и кораблики. В общем, вот такая вот красота у нас Чикаго. Чикаго, по-другому его назвать нельзя. Идем дальше. Какая красота! Ну, это же город, это же космос.
по святым местам прошлись, идем дальше. Так холодно, что даже собачки не хотят идти. Ну а сейчас мы сходим в 7-Eleven. Вот он на той стороне. Уже 3 часа. А мы заходим. Зашли погреться в 7-Eleven. Делай как ты хочешь, солнышко, я попью в любой. Погреемся. Сейчас попробуем все кофе, которые тут есть. Сходили в этот 7-Eleven. Памятник архитектуры. Чикаго. Уже вечереет. Вечерний Чикаго.
мы идем к озеру. Парк с елочкой. И вот такая вот красота. Это на елках, а мы идем в парк. Мы идем в парк, на улице уже темнеет. Можно сказать, уже это полпятого, да, вечера. Мы здесь уже гуляли, когда мы были летом. Миллениум центр. А мы подходим к красивейшему зданию. Люблю я такие кадры. Какое красивое здание. Миллениум мост. А это вот жилые здания. Magnificent Mile. Ой, вот самолет летит прямо над нами. Ну вот. А, в общем, обалденная миля, или как там она называется, в общем, Magnificent Mile. Мега дорогой район, такая елочка, а от него мы идем к озеру. Посмотрите, как все украшено, все очень красиво. Ну и вот это интересное здание. Такая вот красота. Уже вышли к хайвею. И здесь вот такая вот красота. Так, ну, в общем, уже темнеет, точнее, уже стемнело. И, наверное, на этом мы заканчиваем нашу съемку с морозного декабрьского Чикаго. А, о, даже свет включили. Сзади нас Magnificent Mile, Downtown Чикаго. В общем, мы погуляли, полазили. Сзади елки красиво на здании светится, тут как окошки светятся. В общем, всех с праздниками, с морозного Чикаго. Всем пока! Подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите наши видео, иногда они очень длинные, но информативные. Все, увидимся в следующем году. На той стороне, через хайвей, находится озеро Мичиган. А здесь вот у нас Magnificent Mile. И здесь вот елка такая светящаяся. Путя.
вот такие у нас сугробы. Да, Зань?